Привет, и сегодня мы будем с вами снимать игру Critical Ops. Те, кто знает эту игру, Лойс, после вас лайка и подписка на канал. Ну, подписка, я не знаю, можете не подписывайтесь, но хотя бы лайкайте. Очень стараюсь. Это видео про Critical Ops, еще раз говорю. Сегодня мы будем играть бой на смерть. Две игры. Вот. Ой-ой-ой. Пока с вами говорил, болтал. Сейчас ожидание закончится, и мы будем играть. Я играю автоматом М4. Вот он у меня в руках сейчас. Вот он у меня в руках. Вот там. Крыса, видели эту крысу? Спряталась. Кто какие автоматы почитает, пишите в комментах. Собака. Честное слово. Вот. И сейчас мы. Там люди еще. Там люди. Идем. Сейчас надо забыть. Обещаю. Я же говорил. Просто со спины. Вот, идите, пацана тоже ранили. И как? Да ну, что за бред? А, он со снайпой. Понятно тогда все. Снайпа легче. Да что за фигня? Извините за это начало бурное, пожалуйста. Собака, а? Мне просто взрывается мозг. Вон, это подлец, вон. Ладно, сейчас мы будем не автоматом играть, а всеми любимыми пистолетами. Где вы хотите писать? Дробаш! Это как мне бесит это. Только начал играть сегодня, еще не размялся. И сразу к вам. Видели, я его застрелил, а этот пацан просто последний, наверное, на. Первый килл пошел. Второй. Сразу же. Да что ж такое, а? Ну как патроны заканчивались? И как попасть ему? Я знаю, что надо делать. Это офигенное место. Вот ассист. Молодец, Кирилл. Если что, я убил. Ну ладно. Собака с дробовиком задолбал. Только вообще нормально играю, сразу же умираю. Да что за бред? Это какой-то баг был или что это? Видно, что команда просто разорвала на части. У меня почему-то, когда я пытаюсь на кого-то направить пистолет или автомат, мне не направляется в эту сторону. Из-за этого я... С другой стороны я шел. А, собака. Что это было? Я не смогу. А, глюки, баги. Yes. Добили. Я понял, что там кто-то стреляет. А, лох. Просто лох. Я всегда в игре делал по 29, там по 20 киллов. А сейчас он столько старый, что даже килла сделать не могу. Господи.
Знаете такую игру Splinter 2? Кто знает, ставьте лайки. Вот. Это игра, в которой все по-другому. Она для кому-то она нравится, кому-то нет. Допустим, сейчас я отвлекусь немного, не буду играть пару секунд. Это игра, она с одной стороны крутая, но с другой стороны в ней ужасная там графика. Ну, не скажу, что здесь она крутая прям. Здесь она прикольная такая, знаете, мультяшная. Собака вышла. Я вообще не понимаю. Ладно, все, давайте играть. Не буду ничего говорить. Из комментов это просто ужасно. А, заметили, спалили. Спалили с поличным. Почти убили. Почти убили. Патрон заканчивается. А, бесит, 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 бесит. Ненавижу умирать. Я вчера, когда играл, ну, вчера я еще играл, я три подряд сделал двойных убийств. Три подряд. Сразу просто так. За пару секунд. Видите, пацаны, вот их тоже купили. Потому что эти гады там засели. По три. Вот видите, вот. Видели, 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 видели? Кто играл в эту игру? Молодцы, красавчики, лучше просто. Вам посоветуйте какие-нибудь классные игры. Вот, допустим, в эту игру. Не знаю, что это. Блин, я отвлекся, подумал, что с той стороны. Какой лох? Пишите в комментариях, что я лох. Потом решаю. Ладно, ладно, ладно. Сейчас я обещал. Ладно, не успел. Опять нас там лупят. Уже не лупят. А, баги, баги, баги. Поехали. Что это было? Что это было? Вот я сейчас сдохну. Вот куплю автомат сейчас. Штурмовые винтовки. Вот это НК-417. Ну, он такой, скажу честно, такой пенсионерский. Видите, как он стреляет. Нет, баги. Баги. Вы видели? Ну, баги немного, глючит иногда. Крысёныш. Хотя, знаете, вот идеальное место, чтобы посидеть. Да почему? Это я идеальный в этом пружинок у него осталось. И какой-то маленький пацан смог его грохнуть. Жестко вот проходим. Как? Опять со снайпы. Опять. Пойдем крысу. Просто пойдем в крысу. А, ничего не успеваем. Все. Это ужасно. Я ужасно сыграл. Просто я очень сильно извиняюсь. Я так... 7 киллов. Пацан 36 сделал, я сделал 7. Я сделал 7. Значит, 7. Ладно, на этом видео подходит к концу. Я очень сильно извиняюсь за то, что я так плохо сыграл сегодня. И я прошу вас, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить хотя бы пару лайков. Ну, подписка, это пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. И это видео заканчивается. Всё.